Итоги прошлого года подвели финансовой полиции Алматы. За год там раскрыто 1200 преступлений. Каждая пятая относится к категории крупных и особо крупных финансовых афер. Сумма причиненного ущерба в общей сложности превысила 2 миллиарда тенге. Из-за деятельности лжепредпринимателей в казну с запозданием поступили примерно 208 миллиардов тенге. В 7 раз больше выявлено фактов уклонения от налогов. Так, букмекерская контора «Олимп» проштрафилась на 300 миллионов тенге. В сфере теневого оборота алкогольной продукции выявлено 18 преступлений. Закрыто 11 нелегальных производств. Свою работу прекратили 97 подпольных казино и залов игровых автоматов. Определенные результаты принесла и борьба с коррупцией. За год возбуждено 22 уголовных дела. Во взятничестве уличены 28 чиновников регионального масштаба. Сегодня большая работа проводится в республике в целом, фальшивомонетчеством. Значит, мы знаем, где, какую массу, примерно где их готовить. 10-тысячника где готовить, 5-тысячника где готовить, ну, а установить. И самое главное, мы не пытаемся, потому что реализатор устанавливает. Нам надо именно установить те, которые изготавливают его. Поэтому, если сбытчика будем привлекать, это борьба ветряной мельницы. Поэтому мы стараемся, чтобы устанавливать корни, где корни зла, где они там готовят.